Видимо, период португальца на Апеннинах подходит к завершению. Криштиану Роналду может завершить свой период пребывания в туринском Ювентусе после двух сезонов выступлений. 35-летний португалец близок к уходу из клуба по окончанию текущего сезона. Причины возможного расставания сторон неизвестны. Роналду перебрался в Ювентус летом 2018-го из мадридского Реала за 117 миллионов евро, подписав контракт до 2022 года. В текущем сезоне нападающий отыграл 32 матча за старую сеньору, отличившись 25 голами и 9 результативными передачами. Недавно португалец заявил, что считает себя лучшим футболистом в истории. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие интересные факты и новости. До встречи в следующем ролике.